О, как прекрасно, что все сказать могу, не выходя из дома. Не нужен мне и мусорный бачок, трибуна, куда бы для речей пророка обязан был бы в этом мире взгромоздиться. Вещаю и не слышу шума возгласов земных, кругом разлита музыка покоя. Последний мой читатель тих и светел, как свеча, так внемлет, будто говорю я сам собою, мой тихий ангел, я тебя боготворю, сегодня тайну я тебе открою. Послушайте, я слышу, знаю и теперь вот говорю, что человек, как незаплатана дыра, которая в пути способна расплескаться. Дивлюсь я не тому, что смерть изводит нас, как чудо поражаюсь, что как будто живы, а живы потому, что претость к нам пришла. В дыре вселенной верно не пришить заплату, а наш великая закон или суть удерживает претостную силою, скрепляет видимость возникших форм. Богиня претость, сохрани пока в объятиях тесных прах мой слог мой, прикрой, как мать свое дитя от грозных бурь, без устали снующих в бездне. Как хорошо, когда такое бережение! Как хорошо, когда любому малому движению пространство нежно емкость предлагает, предначертанье ведет следом, туда заходишь без усилий. И все же лучше, когда мир истает с рождением нашим порожденный, но то, что был иным он, чем казался, об этом мало кто узнает.